Здравствуй, Дон. В свежем номере газеты «Молот». Что мы знаем о новом министре экономического развития Ростовской области Максиме Попушенко, а также как заработать на сладком в репортаже с нового выпуска «Бизнес-среды». Что не так с проектом Багаевского гидроузла, выяснил Владимир Савеленко. В скором времени на реке Дон начнут строительство нового Багаевского гидроузла. Он призван облегчить судоходство, однако местные жители, общественники и даже ученые считают, что новый гидроузел станет тромбом в главной водной артерии региона. Об этом мой материал. Ростов ЦСКА 2-0. Как прошел матч, самое вкусное от Юрия Соколова? Эмоции на матче Ростов ЦСКА били через край. Наши и московские фанаты старались перекричать друг друга. Наши победили и здесь. И удивительное дело, с южной трибуны, где располагаются наши болельщики, не было слышно ни одного непечатного выражения, в отличие от других матчей. А было за что выговаривать в суде Безбородову. Наши болельщики за такую победу могут простить все. Читайте «Молот», у нас надежные источники.